Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Мы с вами начали изучать метод. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. Так? Осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. Вот эту фразу надо рассматривать с конца. Речь идет о содержании, правда? Причем не просто о содержании, а содержание у каждого предмета свое. А о внутреннем самодвижении содержания, не о том, что мы придаем этому содержанию, какой вид или какое понимание, а каково содержание само по себе. А внутреннее самодвижение связано с внутренними противоречиями, которые есть в том объекте, который мы исследуем. Правильно? А потом, когда мы найдем эти противоречия, вот нам надо осознать форму самодвижения вот этих противоречий. Вот что мы должны сделать. Это трудная задача, и каждая наука эту задачу должна самостоятельно решить. Мы с вами выяснили, что история изучает современность как продукт предшествующего развития человечества. А поскольку она изучает современность как продукт предшествующего развития человечества, она изучает человечество в развитии. Правильно? Раз она изучает человечество в развитии, то она изучает человечество не в неподвижности, а в постоянном движении и изменении. А развитие – это не любое изменение, а движение низшего к высшему, простого к сложному. И это движение противоречиво. В каждом развитии, в любом развитии есть позитивные и негативные тенденции, прогрессивные и регрессивные, а применительно к общественной сфере прогрессивные и реакционные. Поэтому вопрос для историков, для обществоведов, он стоит не просто в том, чтобы выяснить, верно ли мы дорогой идем, а еще в какую сторону. Некоторые думают, что они идут верной дорогой, они верной дорогой идут, но не в ту сторону. Поэтому различать между прогрессом и регрессом нужно обязательно. Ну, раз нам надо изучать противоречия, то... А противоречия нам нужно изучать для того, чтобы у нас был не мертвый материал, а именно самодвижущийся такой материал, который мы потом представляем. То наука о противоречиях как называется? Диалектика. Наука о противоречиях – диалектика. И есть две логики всего. Логика формальная или аристотелевская. И логика диалектическая. Если формальная логика, если встречается с каким-либо утверждением, она утверждает А, значит, если есть А, то нет не А. Или А, или не А. А диалектика это вот утверждение снимает и говорит или и А, и не А одновременно. И тезис, и антитезис, и синтезис. Мы это уже разбирали в прошлый раз, но можно и по-другому об этом говорить. Вот я, скажем, что-то беру, это бытие. Потом я в этом бытию различаю его отрицание. Изучаю это отрицание, изучаю. Вообще, если это отрицание отдельно изучается, это уже качество. Скажем, вот сидит человек, хороший, а я беру только его рост. Изолированно рассматриваю и говорю, вот тут маленький рост, большой рост. А на самом деле дело-то не в росте, а в человеке. Особенно в отношении политики говорят, великий гость. А он маленький такой, маленького роста. Или, говорят, великие державы, это великие, это большие. Это, понятное дело, маленькая держава, великой державой не сможет стать в современном мире. Так вот, мы рассмотрели это отрицание, а потом мы должны отрицать это отрицание, снять и вернуться снова к бытию. Но так, чтобы через это бытие просвечивало бы
отрицание, которое мы изучили. В этом смысле каждый хороший человек – это человек, во-первых, с недостатками, а во-вторых, отрицающий эти свои недостатки. Отрицающий эти недостатки. Если человек недостатки не отрицает, то недостатки его отрицают, и он из хорошего человека может переродиться и стать подлецом. Все бывает. Или они начинают свою деятельность политическую как борцы за республику, а потом становятся монархами, как было с Наполеоном. Так? Так что бывает переход в противоположность. И вот для того, чтобы овладеть диалектикой, есть только одно произведение, которое, изучение которого представляет свой кратчайший путь, прямая дорога. Это наука логики Гегеля, которая состоит из объективной логики и субъективной логики, а объективная логика состоит из учения о бытии и учения о сущности. Вот в нашем магазине университетском она все время продается. И стоит всего 450 рублей или 500. Вот там лежит и моя книга, но она дороже стоит, чем «Наука логики Гегеля». Хотя это довольно смешно. Вот, так что книга «Наука логики» доступна. Ну а в отношении того, что это такой трудный материал для изучения, ну а все великое, оно трудно. Кто хочет заниматься чем-нибудь очень простым, не идет ни в математику, ни в физику, ни в историю, ни в философию. Правда? То есть вот пузыри пускать легко. Купите там для детей и можете пускать разноцветные пузыри. Это легко. А науку, логики изучать тяжело. С другой стороны. Наука логики – это одно из немногих произведений науки логики Гегеля, которое построено, ну, самым, что ни на есть, дидактическим образом. Там все, движение идет от простого к сложному. Начинается вообще с самого простого. Потом идет дальше, дальше, дальше. Правда, у нас еще есть одна логика. Помните, Михаил Сергеевич был, Горбачев такой? Он и сейчас еще вроде есть. Но день рождения он уже отмечал в Англии. Туда, куда убегают все наши, так сказать, там изменники, предатели, жулики. Или его звали даже лучшим немцем. Как-то я немцам читал лекцию тоже так, вот в таком большом зале. Они говорят, а что вы его так вот критикуете? Я говорю, так он лучший немец и худший русский. Так вот он взял и написал книгу «Новое мышление» для нашей страны и для всего мира. Ну, не сам, конечно, написал, а что-то летом они с помощником сварганили, потому что если человек не написал в жизни ни одной статьи, как он может написать книгу? Как вы понимаете? Такого не бывает. Новое мышление, одним словом. Вот. На самом деле есть только два мышления. И есть еще упражняющиеся в различных мышлениях. Говорят, вот математическое мышление, экономическое мышление, философское мышление. Я бы добавил животноводческое мышление, слесарное мышление, токарное мышление. Мышление отличается по предмету мышления или по способу мышления? По способу, конечно, а не по предмету. Вопрос не в том, что вы изучаете, вопрос в том, как вы это изучаете. Изучать это можно диалектически. Это товарищи из Англии пришли, не беспокойтесь. Вот товарищ Блэр идет. Но это не этот, не руководитель. Так вот. Наука логики является таким произведением, по которому можно изучать диалектику кратчайшим путем. Других таких произведений нет. Об этом специально говорил Энгельс, об этом говорил Ленин. Ну вот Маркс как-то так вот, ему казалось, что, может быть, удастся когда-нибудь короче изложить и проще. Он даже писал, что я когда-нибудь, когда время позволит и жизнь, изложу, попытаюсь на двух печатных листах то, что... Два печатных листа – это примерно по 20 страниц, 40 страниц. То, что вот Гегель сделал и сам же и мистифицировал. Ну, вот как-то не смог он это сделать. Энгельс такого никогда не говорил.
А Ленин говорил очень просто. Вот нельзя понять вполне капитала Маркса, и особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Я могу вам только констатировать, что если мы возьмем советское время, то после Ленина мы не знаем ни одного политического руководителя, который бы изучал и понял бы науку логики Гегеля. А в отношении Бухарина, который считался теоретиком и любимцем партии, в одном из последних писем Ленин писал так. Бухарин – один из молодых сил, теоретик партии, заслуженно считается любимцем партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. А в предисловии к первому номеру журнала «Под знаменем марксизма» в статье о значении воинствующего материализма Ленин писал, что все должны мы стать кружком любителей гегелевской диалектики, изучать ее и истолковывать материалистически, опираясь на изучение истории, науки, техники и общества. Вот как ставил вопрос по этому поводу Ленин. Значит, попытка без диалектики решить такую сложную задачу, как перерастание социализма в полный коммунизм, не прошла. Вывод из этого такой, что если речь идет о сознательно управляемом обществе, сознательно управляемом хозяйстве, так здесь нельзя уповать на то, что вы обойдетесь в решении этой проблемы только формальной логикой. Тем более, что при социализме есть противоречия? Есть. Вот мне пришлось их изучать, противоречия социализма. Такой период, переломный, можно сказать, когда еще социализм был, уже книгу мою месяц задерживали, не пускали, поскольку она была о противоречиях развития социализма. И вот такой был Ефим Ильич Михлин в редакции, который там написал вот такой мне волчий билет, что чуть ли не против программы партии и против Конституции. В общем, надо меня, я так понимаю, из партии было выгонять и в тюрьму заключать. Но поскольку он в этот момент был не на официальной работе, а на общественных началах, я отказался принимать во внимание это дело. И сказал, что если вы и советуетесь с ним, то я советоваться буду со своими ветеранами Великой Отечественной войны. Вот. И как-нибудь мы обойдемся без таких советов. К тому времени я уже узнал, почему проигрывают порядочные люди. Знаете почему? Потому что порядочные люди относятся к подлецам, как к порядочным людям. Логично? А подлецы относятся к порядочным людям, как к подлецам. Как разрешить это противоречие? Надо к порядочным людям относиться, как к порядочным людям, а к подлецам относиться, как подлецам. Вот это не все это умеют, этому надо научиться. Иначе эти подлецы будут всплывать наверх, все занимать, всякие места, посты, решать, определять, и от них отбиться очень трудно. Так вот, вставал тогда такой теоретический вопрос. Ну, есть такая вот позитивная, прогрессивная тенденция развития социализма в полный коммунизм. Да? Есть. А что, нет противоположной тенденции разрушения социализма и перехода его в капитализм? Вот я в своей докторской диссертации по философии и доказывал, что и вторая есть противоположная тенденция, негативная. И те, кто ее не видит, они не увидят, как социализм разрушится и превратится в капитализм. И жизнь надо давала все больше и больше моих, так сказать, подтверждений, так сказать, верности этой позиции, тем более, что она базируется на прочном таком диалектическом фундаменте. И вот к моменту, когда я единогласно
была утверждена моя, вернее, сначала защищена диссертация, это был 1987 год. В 89 году утвердили мою докторскую, а с 91 года все уже увидели, как произошло превращение коммунизма в капитализм. Но не я это накапал. Я говорил о другом, что если вы не видите этой отрицательной тенденции, и если вы с ней, соответственно, и не боретесь, то хотя она слабее, чем прогрессивная тенденция, она может взять вверх. Правда? То есть, если я не вижу противника, вот я вот вижу вот этих товарищей на первом ряду, а всех больше не вижу. А те прибегут и, так сказать, меня победят. Может такое быть? Ну, если я их не вижу, конечно. Особенно, если я не буду в такое количество упор не видеть, они должны возмутиться. То есть вопрос этот, он и исторический, он и методологический. То есть вопрос о том, как подходить к изучению, исследованию истории. И можно ли сегодня современному исследователю, историку обойтись без диалектики? Я так понимаю, сейчас я сказал, хотел сказать деканат, директорат так решил, что нас заставили 52 часа заниматься философией в этом семестре. Что отсюда никто не выйдет, тот, кто не будет это знать. Поскольку у нас государственный университет, и суровые меры применяются к тем, кто не знает диалектики. Да? И я непосредственно буду вот в роли того, кто эти меры будет принимать. Но я и знаю, что историки, которые сдавали экзамены, они сдавали экзамены всегда блестяще. В том числе пятикурсники по философии и истории. Ну, потому что это надо. Я хочу напомнить, раньше висело здесь, вот в этом зале, в соседнем фойе, изречение Маркса и Энгельса из немецкой идеологии. Мы знаем только одну науку – науку истории. То есть люди вместе с условиями своего существования, природой, и, соответственно, и науки о природе, и науки об обществе – это одна наука. Наука о человеке, о человечестве, правильно? Которая находится в своем движении и развитии. И если мы изучаем человечество, мы должны изучать условия его существования, то есть природу, и воздействие человека на природу, чем занимаются экологи, и пытаются изолированно этим заниматься, говорят, вот мы экологи, мы ничего другого не знаем, мы вот только это. А с другой стороны, воздействие природы на человека, в том числе и не первозданной природы, а очеловеченной природы. Очеловеченной природы. Между прочим, вот определение производства, научное, хорошее определение, включает все экологические проблемы. Потому что производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот такое красивое определение производства позволяет понять, что никакой отдельной экологической науки нет и быть не может. Надо изучать производство, только не надо заканчивать изучение о том, что вы вот схватили товар, а что вылетает из трубы и что вывозят на помойку. Это не надо изучать. Надо все изучать, весь процесс воздействия на природу. Вы произвели какие-то продукты, вы произвели полиэтиленовые мешки, потом будут торчать из земли они во всех местах. А некоторые производят упаковку, которая через месяц под воздействием лучей солнца разлагается. В Новгороде Великом производят такую упаковку для молочных продуктов. Разве плохо? А можно сделать так, что вот полиэтиленовые мешки будут везде. И весь берег, так сказать, Северного Ледовитого океана будет усеян пластмассовыми бутылками, которые бесконечно плавают, так сказать, по мировому океану, и пока их не выкинет на берег вместе с морскими ежами. Ну вот, настроившись соответствующим образом, мы с вами приступили уже к изучению диалектики. И вот первые две лекции, а сегодня вторая. Ну, первые четыре будем считать лекции. Первые две наших встречи, но две лекции у нас уже прошли, они уже висят на YouTube. Вы можете открыть YouTube, фонд Рабочей Академии, и там эти лекции записаны. Это вам методический материал для ваших занятий, для подготовки к следующим лекциям и для подготовки к экзамену. Вот у нас тут сидит товарищ Владимир Дмитриевич, он записывает. Потом другой товарищ это выдает на YouTube. То есть, и вам можно, если надо, так сказать, еще раз вернуться к этому,
А диалекты нужно штудировать. А штудировать, значит, возвращаться, еще раз внимательно послушать, прочитать и так далее. Надо так и книжки изучать, и вообще любые серьезные вещи. Так вот, мы с вами начали с вами с самого простого, правда? А самое простое, как выяснилось, это надо изучать то, что мы изучаем, оно же есть. С чего бы мы ни начали, если бы начали мы вот с «я». Я же про «я» все знаю. А что я знаю? Знаю про «я» в самом начале. Даже если я и знаю, что я вам скажу про «я», хоть про мое, хоть про ваше «я» в начале, что оно есть. Поэтому как тут не выкручивайся, еще не изобретай какие начала философские. Ну, кто угодно может изобретать, а Гегель показал, да изобретайте как хотите, берите любое, все равно в начале получится бытие, да еще чистое. А почему чистое? Потому что больше нечего сказать о том, что есть, кроме того, что оно есть. Но мы уже услышали слово «нечего». И значит, уже мы заметили, что состоялся переход чистого бытия в чистое ничто. И вот теперь мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы не перескочили куда-нибудь в другую сторону, не говорили так, а теперь мы поговорим о дровах там или о зайцах. Нет, мы вот если взяли что-нибудь, то мы следим за этим и смотрим, как вообще мышление наше к чему приходит. Но если мы думаем, если мы не думаем, то все остановится у нас в нашем рассуде, это ясное дело. Сейчас мы пошли на завтрак, завтракать или обедать, все остановилось, или спим. Но, может быть, во сне вам что-нибудь и приснится, скажем, как чистое бытие переходит в чистое ничто. И вот мы взяли чистое ничто. Взяли? Ну, раз взяли, значит, оно есть. А раз есть, значит, оно что? Что? Значит, оно бытие. Какое? Ну, не чистое же, уже два этапа прошли. Два логических таких шага, правда? Чистое бытие превратилось в чистое ничто. Чистое ничто превратилось в бытие, поэтому уже оно не чистое. А бытие-то уже, мы знаем, что оно превращается в ничто. Правда? Даже чистое превращается, а бытие просто, даже нечего и говорить. Поэтому нет бытия, нет ничто. И мы быстро очень отделились от того понимания, которое было формально логическим. Потому что вот бытие, отделенное от ничто, это абстракция. Ничто, отделенное от бытия, это абстракция. А вот чистое бытие, переходящее в чистое ничто, а чистое ничто, переходящее в чистое бытие, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие, это не абстракция. Почему? Оно конкретное. Это первая конкретная категория. Конкретное это что такое? Я раньше думал, конкретное это подробное. Вот когда вам все подробно расскажут, это конкретно. Нет. Конкретно означает, что не одностороннее. Не одностороннее. Вот самая первая конкретная категория – это становление. Теперь, если бы у нас были научные институты с вами в составе Академии наук, мы бы начали нашу деятельность, если бы мы были хорошие коммерсанты, мы начали свою деятельность с того, что утвердили бы какой-нибудь институт чистого бытия. И запросили бы из государственного бюджета несколько миллионов на разработку такой проблемы. Еще не знает никто, это чистое бытие. По крайней мере, звучит свежо. И через год бы написали бы отчет. А что бы мы написали в отчете? Что вот неимоверными усилиями нашего научного коллектива, при с привлечением всех возможных интеллектуальных ресурсов и современных средств вычислительной техники и обработки информации, мы пришли к выводу, что чистое бытие переходит и перешло в чистое ничто. И что дальше? Другие бы остановились, а мы сразу пошли с новой заявкой. Институт, впрочем, переименовать в институт чистого ничто и выделить нам в два раза больше денег, потому что если и так было трудно бытие чистое изучать, а уж чистое ничто, сами понимаете, как тяжело изучать. Год проходит, требуется с нас отчета, нам нетрудно написать отчета. Мы, наш могучий научный коллектив, изучал чистое ничто и пришел к парадоксальному выводу, что оно есть.
Еще никто к такому выводу, ну кто не знает диалектики, не приходил. Обычно все говорят как? Ничто это ничто, бревно это бревно, кошка это кошка. Это разве вывод? Это как называется? Это такая операция? Ну, на логическом языке. Как? Это называется тавтология. Я кого-нибудь спрошу, скажите, пожалуйста, что это такое? Он мне начинает повторять. Это я сам могу повторить. Мне это, я хотел вот развиться как-то, больше узнать, а мне говорят, вот я спрошу, мне это повторяет то, что я спрашиваю. Зачем? Так вот, мы в своем коллективе пришли к выводу, что ничто есть. А некоторые думали, что ничто нет. А мы доказали, что оно есть. И это теперь научно доказанный факт. Но надо еще больше денег, потому что надо теперь разобраться в этой ситуации. Потому что бытие переходит в ничто, а ничто есть, это уже 2 года прошло. Надо уже что-то думать, что тут, что происходит. Если нам дадут в 3 раза больше денег, то мы, наверное, изучим эту проблему и выясним, что будет. И вот мы уже с вами знаем, что когда мы будем писать отчет, мы напишем, что оказывается, нет отдельно бытия, нет отдельно ничто, а есть только движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытии. А этот кто? Никто этого не знал. Ну, Гегель знал, конечно, но мы не будем ссылаться. Все равно мало кто его читает, никто не заметит. Начнут проверять на плагиат, а там у них Гегель не забит. Итак, движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии. Но мы теперь будем изучать уже в новом институте, при новом бюджете, утроенном, становление. Как мы делаем? Сначала, вот, так сказать, появилось это движение исчезновения, мы назвали. У нас теперь институт становления. Красивый же институт, правда? Вы видели такие институты? Я вот не видел ни одного. Можно на общественных началах сказать, если денег не дадут. Мы и так не можем сделать институт. Вот все соберемся и объявим. Вот директора вам, вас назначим. Меня возьмите за по науке. Хорошо? Ну, вам нужен, чтобы доктор наук был так прилично, солидно, чтобы было. Вот тут кто еще есть? Какие-нибудь есть со степенями? Вот у него степень есть, он не говорит, какая, видимо, очень большая. Но замдиректора он хочет, потому что у него зарплата больше будет. Он знает. Он знает, в какое время живет. Время сейчас тяжелое. Надо там других будут сокращать. А кто будет сокращать замдиректора? Ну вот, у нас уже будет солидная такая организация. Свои предложения, мысли несите этим товарищам. Мне не несите, я потом буду разбираться. А вот у нас есть вот замдиректор один, вот директор. Директор тоже не будет разбираться. Зачем вам эта головная боль? Вон, есть замдиректор, видите его, да? Вот ему несите все соображения по становлению. И вот первое, что мы обнаружили, когда мы начали исследовать, а я вам докладываю о работе нашего института уже за первое полугодие, что мы обнаружили в становлении 2 противоположных движения. Вы обнаружили 2 противоположных? Видите 2 противоположных движения? Или нет? Видите? Это хорошо. Какие? Первое движение. Бытие, переходящее в ничто. Да? Хорошо. Второе движение – это ничто, переходящее в бытие. А как вот назвать такие противоположные движения? Это можно сказать часть становления? Можно? Вот другие люди не из нашего института сказали бы часть. Но это грубо и неправильно. Ну как это вот движение – это часть? Ерунда. Фрагмент. А? Фрагмент. Это еще хуже. Кусок. Вот сейчас как раз объявление висит около там с угла нашего отремонтированного здания, что осторожнее, там падают фрагменты облицовки, штукатурки. Фрагменты. Вот так и получается. Дескать, фрагментарное знание. Что-то увидел, что-то не увидел, что-то понял, что-то не понял. И так в голове что-то такое фрагментарное из кусочков, из обрывков всяких разных знаний, как Энгельс говорил, из обрывков знаний, не систематически прослушанных там в каких-нибудь вузах. Вот это вот может и остаться в голове. Это опасно. Значит, так не годится. Элементы не проходят тоже. Сейчас очень модный такой метод. Модный. Старый, как мир, но очень модный метод системного подхода, говорят. Мы руководствовались методом системного подхода. Еще бы не хватало, чтобы вы руководствовались методом бессистемного подхода. Еще бы не хватало. Но это ясно, что системного. Потому что всякая наука – система знаний. Вопрос в том, какую вы систему построили, умную или глупую. А мы, говорит, построили такую науку, что все есть система,
есть элементы, структура, внешняя среда и внутренняя среда. А четверг у вас не бывает рыбный день? Ну что значит элементы и структуры? Вы что, изучаете камни, минералы? Там действительно элементы и структура. Кристаллическая решетка. А как вы собираетесь живое изменить? Вот скажите, пожалуйста, вот рука – это часть тела? И где она кончается-то? А? Ну, я спросил, а где кончается ваша рука? Вот даже плечо называют. Значит, когда вы изучали в школе, вот это как называется? Плечо. А погоны на плечах. Не заметили, нет? У солдат, у военных погоны на плечах. Или на плечи там ребенка посадил отец. Он что, сюда посадил? А вы изучали, что это плечо? Хорошо. А вы живую будете руку изучать? Или мы сейчас находимся в анатомическом театре? Вот в живой руке кровь есть? Кровь к руке относится? Или не относится? Вы от нее абстрагируетесь. То есть выкатили кровь и говорим, вот рука. Так она умерла уже. Вы опять же подсунуть мне хотите дохлую, так сказать, мертвую руку. А кровь там в одном направлении движется, в руке? Или в противоположном? Да, венозная движется куда? К сердцу от клеток, да? Забирает, так сказать, всякие плоды, результаты расщепления в клетках. А клеткам движется артериальная кровь от сердца. Ну и где вы собираетесь перерезать вот это? Перерезать где вы или перевязать артерию и вену? У вас какие планы, товарищ замдиректор? Чтобы показать, вот рука, а это не рука. Вот я тут остановил. И кровь остановить. А знаете, что бывает, если кровь остановить? Страшное дело. Страшно. Знаете, бывает, некоторые перевяжут, ну, чтобы, так сказать, вот укус змеи, так сказать, каким-то образом нейтрализовать, и забудут снять. Конец? Хорошо. А вот вы сейчас, я вижу, как вы пальцами шевелите. А у вас вот этот сигнал шевелить пальцами, он откуда идет? Из спины или из головы? И где вы будете перевязать вот эти нервы, чтобы отделить вот эти ваши, эти пальцы от своего, своей головы? Где вы собираетесь? Здесь? Понял. Я не хочу сказать, что деятельность наших товарищей из медицинских учреждений в анатомическом театре не нужна. Например, вот вы хотели бы, чтобы вас оперировал врач, который первый раз режет человеческое тело? Первый раз. Хотели бы, нет? Лучше пусть он 20 раз трупы порежет, потом меня. Как вы считаете? Поэтому, когда наши коллеги там изучают в анатомическом театре, режут, так сказать, печенки, селезенки там и так далее, и работают с трупами, это важное и полезное дело. Не все на такой работе могут хорошо себя чувствовать. Вот поэтому будем радоваться, что мы изучаем более, так сказать, приятные такие вещи. Но это делается не ради трупов, наверное, а ради того, чтобы знать устройство. Но еще есть наука физиологии, которая, конечно, не трупами занимается. Правильно? Не трупами. Причем, как только мы вот к человеку перейдем, начинаются тоже всякие упрощения, да? Вот. Я уже говорил в прошлый раз, вот, начинают говорить, человек – это биосоциальное существо. Вот вы биосоциальное существо или нет? Да. А у вас химические процессы не идут? Идут после завтрака. Усваивается вообще еда? Нормально? Значит, можно вас буду называть химико-биосоциальное существо? Логично будет. А что, вы сейчас головой не помахали? Механико, химио. Механико, химио, био, социальное существо. Да? А что, у вас электрических импульсов нету в мозгу? Энцефалограмму не делали вам никогда? Ну, вы знаете, что есть такое? Знаете, что и есть электрические? Значит, физико, химио, био. Социальное существо. Как зовут? Лена. Лена. О. Как? Нет, не Лена? Диана. А, Диана. О.
физика, механика, химика, био, социальное существо Диана. Вот это да. Этой Диане, этой принцессе, там до такой вот батареи не дойти. Это сила. Они неправильно будут считать, что всякая матрешка, она включает в себя и все маленькие куколки. Правда? Достаточно сказать, разве социальное существо не означает, что это все есть? И обязательно все надо перечислять рядом, раскладывать. Не обязательно, да? Вот если сказано матрешка, так ясно, что матрешка. Если социальное существо. Ну вот, поэтому жизнь наша кишит ошибками логическими, просто кишит. Например, можно сказать, экономический и социальный процесс. Говорят? Плошь и рядом говорят. А что, экономически не социальные? Здравствуйте, приехали. Экономически это самые социальные. Это основа вообще всего общества, правильно? А взяли и вычеркнули экономические и социальных. А правильно будет сказать? Яблоки и фрукты. А как правильно сказать? Нет, как вы вывернулись? Яблоки и другие фрукты. Ну, правильно? И другие фрукты. Экономические и другие социальные отношения. Это нормально. А если экономические и социальные, ну вы выкинули эти экономические и социальных. Клубника и ягоды. Ничего себе. А это не ягоды. А, это искусственная клубника. Понятно. Если клубника и ягоды. Так вот, вот и творцы этого самого системного подхода. Они даже не замечают, что у них вот в этой системе элементы и структура, или другими словами, какие-то части, у них нет там противоречий, даже не предполагается, что есть какие-то противоречия, не предполагается, места нету даже. Для этой, в этой картине нету места никаким противоречиям. Это мертвечина. Мертвечина. И вот эту мертвечину, говорят, мы пользовались методом системного подхода. С чем мы вас и поздравляем. И что вы получили в результате? Ничего вы и не получили, потому что если вы мертвым методом пользуетесь, мертвечину и получаете. Так вот, в становлении есть два противоположных движения, и это никакие не части. А как называется два противоположных движения в одном движении? Как бы вы назвали? Два противоположных движения в одном движении. Противоположные движения. Как? А? Противостояние. То есть я стою, вы стоите, и вы напротив меня. Это моменты. Или как? Это противостояние. А зачем нам противостояние? А мы просто стоим или что-то делаем? Даже сейчас, вот я, например, лекцию читаю, а вы, значит, слушаете и отвечаете на мои вопросы. Мы с вами взаимодействуем, а не просто противостоим. Если мы противостоим, то мы тогда молчим. Нет, мы не просто с вами стоим. Мы делаем одно дело. Мы занимаемся изучением философии. Причем вы больше меня и занимаетесь изучением философии. Я вам только помогаю. Как, вы удивляетесь, нет? Что вы же занимаетесь изучением философии. Или я изучаю сейчас философию? По-моему, вы изучаете. Вообще, университет для кого? Для вас или для преподавателей? Представляете, создали новый университет для преподавателей. Чтобы у них была какая-нибудь работа. Вот это смешно же, правда? Чтобы у них была работа. Или студент, для студентов создается университет, чтобы их можно было научиться. Ну, тогда нужны и преподаватели, естественно. Так вот, противоположные движения в одном движении называются моментами. Это надо запомнить на всю жизнь. Потому что все живое изображается, выражается моментами, а не кусками, не частями. И Энгельс прямо пишет, счастье лишь у трупа. Ну, понятно, что вот, скажем, если это авария, и приехал работник полиции ГИБДД. И пишет протокол, он смотрит, вот лежит рука. Чья рука, пока не ясно. Или лежит голова. И он пишет, она лежит на поребрик. И он думает, как написать, поребрик или поребрик. Поскольку он не знает, как написать, он откатывает ее на проезжую часть и пишет, на проезжей части лежала голова. Ну не такими должны быть наши произведения, правда? У нас другая задача. Более приятное, в общем и целом, конечно, хотя мы знаем, что и войны изучаем. Кстати, кто-нибудь знает, что такое война, товарищи историки? А? Вооруженное столкновение. То есть у меня два пистолета, а у вас один пистолет, и мы столкнулись с вами в коридоре.
А? Это война. Как? В каком-то смысле это война, когда мы столкнулись двое вооруженные. Вы проверяли мои карманы? Я сейчас вооруженный. Что-то есть у меня там. Да. Война это даже дуэль в более крупных масштабах, которые укладываются. Как? Что это? Война это даже дуэль в более крупных масштабах, которые укладываются. В более крупных масштабах, а что сначала? Дуэль. Дуэль? Ну дуэль же это от слова два. То есть более крупные люди, да? Хорошо. Так. Ну что все-таки такое война? Это мы, у нас, может, сейчас война идет, мы даже не замечаем. Если мы не знаем определения, так это страшное дело. А потом или она, допустим, заканчивается, а мы даже не знаем, что она закончилась. Как узнать-то? Надо определение нам знать войны. Ну давайте еще кто-нибудь скажите, что такое война? Голое продолжение политики другими способами. Роза есть растение, это определение розы? И вот товарищ наслушался этого, что роза есть растение, и подумал, что это определение, и принес своей подруге крапиву. Ну, крапива растение же. Но. Что вы говорите? Это то, что вы сказали, называется в диалектике, в логике, суждение. Вот, допустим, написано, человек – это животное. Этим заканчивается изложение того, кто вы? Или вы растение? Вот как вот вы? Я, например, животное, честно признаюсь. А вы? Это определение человека у вас? Но это правильное высказывание про человека? Человек это животное, ну не растение же. Ну или, скажем, человек это не кошка. Согласны? Ну вот видите, у нас согласие есть по такому принципиальному вопросу. Кошкам мы с ними или нет? Выяснилось, что мы не кошка. Это определение, что ли, человека? Так мы долго будем... Кошка, человек не собака, человек не рыба. Все, не да не, не да не. Знаете, как про хорошего можно человека чего рассказать? Хороший человек, он никого не зарезал. Никого не убил, никого не ограбил. И вот целый день рассказывает, что он такой, вот, вся эту гадость, он этого не делал. И когда на него посмотрят, вспоминается вся эта гадость. Только со словом «не». Думаете, если вот «дурак» поставить в кавычки, будет умный, что ли? Будет дурак все равно. Некоторые говорят, я же кавычки поставил. И что? Что от этого-то? Это не определение. Вы войну не знаете, что такое война. Но вы даже не знаете, что такое определение. Не знаю, успеем мы дойти до того, что такое определение. Вот если успеем, будет хорошо сегодня. Я буду стараться. Это было бы нам хорошо. А в определении войны я просто сейчас сформулирую вам, и все. Война – это вооруженная борьба. Чувствуете, я взял вот от вас, сейчас опираюсь на ваши разработки. Вооруженная борьба классов, наций или государств. Классов, наций или государств. Но если классов, это гражданская война, государство – обычная война, нации – национальные войны. Все понятно. А если два бандита встретились, у них это стрелка, а не война. Просьба не путать. Так. Значит, противоположные движения в одном движении называются моментами. А моменты разные. Переход бытия в ничто – это один момент, а переход ничто в бытие – это другой. Как назовем? Вот тут это выдумать нельзя логически вывести. Это надо посмотреть в истории философии, посмотреть первым делом в науку логики Гегеля и посмотреть, как оно называется, это явление. Значит, переход ничто в бытие называется? О, видите, люди уже на это усвоили. Возникновение. А переход бытия в ничто? Становление. Прихождением. Значит, можно теперь сказать, что становление есть единство возникновения и прихождения. Вот скажите, пожалуйста, бытие, категория бытия к чему относится? К некоторым объектам или ко всему? Ко всему. Ко всему. Да вообще философия занимает только всеобщие категории изучать. Больше ничего не изучать. А ничто ко всему? Или только к некоторым? Вот вам про себя трудно сказать, что вы ничто? С гордостью не хочется говорить так, да, как-то? Но вы же не я. Вы сказали, я не вы, значит, вы себя изобразили как не. Правильно? Да я не вы, поэтому я тоже ничто. Ну, каждый себя может
Ну, чтобы вам не было грустно, каждый может сказать, что я не чурбан. Я вот сижу, я студент там или студентка исторического, нет, института истории. Хотел сказать факультета, это уже ушло. Так, и вот, следовательно, становление единства, возникновение. Единственное, что нас вас не беспокоит, что куда-то бытие и ничто пропало. Было же бытие и ничто, куда они делись-то? Что, пропали? Все? Не пропали. Можно так сформулировать. Значит, прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. Правильно? Возникновение – это ничто, запятая, переходящее в бытие. А короче, вот сейчас многие молодые люди, или совсем молодые люди, всегда короче, они не успели даже ничего сказать, говорят, короче. А короче – это бытие. Прихождение – это, короче, бытие. Согласны? Ну, бытие там какое-то там переходящее, там куда-то. Ну, бытие же. А ничто, переходящее в бытие – это, короче, что? Ничто. Поэтому это никуда не делись они, ничто и бытие. Просто на самом деле в живой жизни нету никакого абстрактного бытия. А всегда бывает только такое бытие, которое переходит в ничто. Так? Это глубокая мысль? Глубокая. Некоторые люди вот как-то смотрят, кажется, вот как писали, говорят, социализм у нас построен. И что? Так если он построен, что это? Вы знаете хоть один дом, который бы построен был и не разваливался? Особенно новые дома. Вот сейчас, если пойдешь по городу Ленинграду, если развалился дом, значит новый. А если не развалился, допустим, Смольный там, или Исаакиевский собор, или Таврический дворец, это значит старый дом. Правильно? Но все равно они находится в процессе прихождения или не находится. И наоборот. Ну вот каждый студент – это пример становления, правильно? Ты я вас спрошу, вы историк? Не слышу. Вот, историк становления. Красиво звучит. Историк. И диплом уже не нужен. Я историк становления. Потом будет историк как наличное бытие, ничем не лучше. А история становления как красиво, растущий. Все время все выше, выше. Красота. История становления. Замечательно. Так, и вот все-таки мы обнаружили, что в нем есть в становлении и возникновение, и прихождение, но каждый, но есть, но становление есть единство по-прежнему, бытия и ничто. Но раз они друг в друга переходят теперь, бытие в ничто, ничто в становление, то их разность исчезает. Согласны? Исчезает. А становление есть благодаря разности. Правильно? Значит, становление что? Исчезает. С чем я уже вас и поздравил в прошлый раз. То есть все, добытое нашим непосильным трудом, в течение уже третью лекцию уже мы. Все опять исчезло. Но что значит исчезает? Отрицает себя. А что является отрицанием беспокойного единства, бытия и ничто? Отрицанием беспокойства является спокойствие. Правильно. Значит, есть что-то спокойное. Вот первый вывод. Второй вывод. А что является отрицанием единства? Вот мы с вами едины в своем стремлении глубже понять историю нашей страны. Едины? Но мы что, один человек или два? Два все-таки. То есть едины могут только, если два человека, как минимум два. Поэтому единство предполагает, что тут есть несколько субъектов, несколько объектов. А вот что является отрицанием единства? Когда нет двух, нет трех. Это что? Ничего не сложено это. Ничего не сложено. Предмет ничего не сложен. Это какой он? Сказать? Простой. Простой. Простота. Ну, вы знаете, есть простое и сложное. А сложное, что это такое сложное? Это сложенное из чего? Из простых. Ничего другого в этом слове нет. Простота. Значит, что происходит со становлением? Становление из-за того, что бытие и ничто переходят друг в друга, их разность исчезает,
не в том смысле, что там, как в математике, 5 минус 4 будет 1, а в том смысле, что обстоятельства, что они разные, исчезают. И становление становится спокойной простотой. То есть становление себя отрицало, но оно куда-то делось, или оно никуда не делось? Или оно просто стало спокойной простотой? Но вы же понимаете, что вот эта вся дорога, раз мы никаких тут прыжков не делали, скачков, ничего не обрывали, не обрезали, не завязывали, так чтобы все это отмирало, то это вот, вот все, что мы делали, вот в том, что мы получили, в этом спокойном и простом, содержится в снятом виде все то, что было до этого. Вот оно самое историческое, вот сейчас, вот самое историческое повествование мы с вами провели. Вот так надо историю описывать. Все, что было до нас, в нас. Согласны? Вот в вас вся история человечества или нет? Вам остается только ее сидеть да писать, из себя вытаскивать и писать. А в вас тоже ведь сидит вся история человечества. Вы осознаете ответственность, нет? А гордость за все человечество. Вот так надо сидеть. А то сидят, как будто, вот, как будто мы не представляем собой результат движения человечества за 90 тысяч лет. Все, пожалуйста, вдохните, разверните плечи. Так. Вот. И гордо должны говорить, я историк становлений. Если спросят. Меня вот так учили. Вы, говорит, Михаил Васильевич, говорите неубедительно. Я говорю, а как надо? Ну, надо говорить убедительно. Ба, бо, бу, бе, би, бы. Вот это, говорит, убедительно. А что вы говорили? Чувствуете, вот, не важно, что вы говорите. Надо говорить убедительно. А что вы говорите? Это уже... Особенно на защите. Там некоторые в полуха слушают, слышат так, это громко, устойчиво. Человек твердо знает. Что спорить? Ставить надо пятерку и никаких гвоздей. Так. Произошло снятие. Вот это очень важная категория. Никакого такого отрицания с растаптыванием, отрицания, которое бы было просто отпихиванием, диалектики нету. И в жизни этого нету. Никогда не бывает, чтобы то, что отрицается, превратилось бы просто в что-то, так сказать, в ничто. Она всегда превращается, даже человек превращается, вот как-то не хочется об этом говорить, но я про вас не буду. Если я умру, я превращусь в труп, но не в кирпич. И не пропаду вот бесследно. Вот, а все же ходят на кладбище, а там цветочки сажают. Труп истлеет, он тоже не пропадет, а кости потом изучают. Сейчас пытаются, старые захоронения ваши коллеги разрывают. Под видом истории, им хочется узнать там и посмотреть косточки. Что они делают? Потому что это же не бесследно все. Если бы все было бесследно, нельзя было бы заниматься историей. Правда? В том-то и дело, что ничего не пропадает бесследно. Потому что все то, что есть, оно включает в себя все свои неразвитые формы. Вот ваши родители у вас есть? Есть, конечно. Иначе почему вы были похожи на своих родителей? Вы бы на моих, может быть, были похожи тогда, а вы похожи на своих. Или там встречаешь около детской поликлиники, мамочка едет, а там ее, значит, копия в коляске. Так потому что мамочка вот в этом ребенке. И папочка, между прочим. Вывод, который мы делаем в результате снятия становления, имеется спокойное и простое. Ну, раз оно имеется, значит, оно есть. А если оно есть, то оно что? Бытие. Правильно? Что, чистое? Ну, какое же чистое? Видели, сколько мы тут наговорили уже? Сколько времени прошло? Я думаю, это мы не можем сказать чистое, только потому, сколько мы на это потратили, на изучение этого процесса, и вдруг чистое. Это не чистое, а какое? Ну, мы смотрим, как называется вот, в науке логики. Называется это наличное, налицо бытие. Правильно? Вот так оно и называется, наличное бытие. Кстати, наличные деньги, почему так называется? Что в банк вы положили, может, банк ваш рухнул уже, а вы еще все считаете, что у вас там есть вклад. Это не у вас вклад, это у них вклад. Они уже на островах, хозяева этого банка, а вы еще думаете, что там есть ваш вклад. А вот деньги наличные, налицо. Правда, они так вот смотришь на них, а в связи с ростом цен, они так все, денег-то
Денег-то столько же вроде бы. А реальное содержание все меньше, меньше и меньше. Оно же в движении же находится, правда? Получили вы стипендию, а на эту стипендию все меньше и меньше можно купить. Вопрос. Цены растут? А? Ну что вы киваете так? Вы думали, прежде чем покивать? Это же вот провокационные вопросы задают такие люди, как я. Ну, подумайте. Где вы видели, чтобы цены росли? Это деревья растут. А цены никогда не растут. Их всегда повышает кто-то. Вот вы видели, что вот на ценник смотришь, вдруг прямо так вот он распухает. Никогда такого не было. Это все делается, чтобы думали, что это стихийное бедствие. Какое стихийное бедствие? Ну, как вы думаете, нормальное вообще движение цен вверх или вниз? Ну, подумайте. Это вы это нормально считаете? Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, я вам... А можно я вам задам, как историк, вопрос? Скажите, пожалуйста, дорогой товарищ. С развитием производительных сил, с совершенствованием средств производства, производительная сила труда повышается или понижается? Или туда-сюда, туда-сюда? Производительная сила труда повышается или понижается? Ну, естественно. Только при капитализме, только при феодализме или всегда? При любом строе, что происходит? Значит, в единице продукта содержится все меньше и меньше человек. Ну, если такое же количество людей или большее количество людей производит еще большее количество товаров или продуктов, да, то в каждом продукте содержится все меньше и меньше человеческого труда. Так? В этом состоит человеческий прогресс или нет? Экономический. В этом. А вы нам хотели это вот это вот показать. Не надо нас путать. И так можем запутаться. Нет, замдиректором вам, по-моему, рано еще быть. А вам, кажется, коса нравится. Ну да, замдиректором, но директором нельзя быть. Видите, директора он не тянет. Ну так если нормальное течение такое, значит, когда вам рассказывают эти сказки, что затраты на ЖКХ выросли, то это же сказки. Что, теперь, значит, этот вентиль или фитинг, теперь приходится затрачивать больше человеческого труда, чем вчера? Вы верите в эти сказки, наивные люди? Верите? А вот вы верите, а вы понимаете, что есть люди, которым, если взять цены эти, вот эти повыше поднять тарифы, то они получат больше денег. Вот это мы должны верить. Правда? Вот в это мы должны, это мы верим в это. Поэтому, если взять и поднять, это называется монопольное повышение цен. Взяли и повысили. Они сами не росли. Приходят же, просят эти, естественно, монополии приходят, говорят, надо повысить на 35% цены, потому что все затраты больше. Куда они приходят? В Думу, говорят. Дума говорит, не, мы заступники народные, 35 ни за что, 30. Нет, говорит, 30 это мало, идут в правительство. Товарищи Медведев, он говорит, да вы что, очумели? 30, 25. Но это, говорит, надо согласовать с президентом. Это народ может, знаете, идут к президенту и говорят, так что, о чем вы думали там в правительстве? Как это можно 25? Ну, не больше 10. Ну, так на 10 где-то остановились, да, вот. Это что значит? Это значит, 10% доходов будет в течение года. На 10% доход будет ниже. Вот и все. А в производстве-то что? А в производстве что? Производительность труда упала на 10%? Боже упаси. Она все время, вот нам рассказал товарищ, очень популярно и понятно, что с развитием средств производства производительная сила человеческого труда растет при любом обществе, в любое время. Если даже разруха идет, но выкидывает, то не новые станки, а старые выкидывает. Производительность труда еще более быстро растет. Но если у нас было 6 станков, 3 новых, 3 старых, сказали, все, не можем работать, нету людей, нету денег, нет зарплаты, выкидываем 3 станка. Ну, неужели новые будут выкидывать? Выкинут старые. Так сразу скачок будет. Производительность труда. Производительность труда это все время растет. И вот куда ни кинь, я беру просто некоторые примеры, получается, что люди, которые не обдумывают мысли, а что такое логика? Логика это наука о мышлении. Если люди не обдумывают сами мысли, то мысли получаются необдуманные. А необдуманные мысли неправильные, или если правильные, то не истинные. Потому что правильные так, вот у вас есть недостаток, я буду сейчас раскапывать. А расскажите подробнее про ваш недостаток, а в чем он состоит,
А вы не противостоите ли ваши действия, которые связаны с этим недостатком обществу? Вы должны будете признать, что связано с этим. А как? Если недостаток же против общества идет. Ну вот. Значит, действия ваши антиобщественные. И начинаем. А человек-то хороший, а я чего там сказать? О чем мы затеяли? Ну? Понятно, что у всех есть недостатки. Это, скажем, вот когда историки оценивают деятельность человека, они, можно сказать, у него это было неправильно, это было неправильно. Это... Ну а в целом-то вот его деятельность была положительной или отрицательной? Положительной. Ну, значит, он внес вклад в развитие человечества, правильно? Вот дай нам, как говорится, возможность такой же вклад внести. Людей оценивать не потому, чего они не сделали, а потому, что они сделали. Если я буду перечислять, что вы не сделали, это мы сегодня не уйдем отсюда. А если будем перечислять, что я не сделал, тоже не уйдем. Ну, потому что не сделано-то бесконечно много, а сделанное что-то конечное. Так, вот мы уже знаем наличное бытие. Это мы уже и в прошлый раз уже знали. Ну, немножко так это чуть-чуть забыли, мы освежаем, поскольку повторение мать учения. Значит, что мы будем теперь делать? Что мы должны делать? Прыгнуть куда-то в сторону или изучать наличное бытие? Давайте изучим наличное бытие. Наличное бытие – результат снятия становления. Значит, становление в нем есть? Есть. А в становлении есть и ничто. Значит, наличное бытие есть ничто. О! Не только что налицо, вот мы видим, положительное бытие, а в нем есть ничто. Но это уже ничто в наличном бытии. Это не просто такое свободное ничто, которое гуляло так наравне с бытием. Поэтому это по-другому должно быть названо. Такое ничто, которое в наличном бытии, называется небытие. Очень хорошо. Вот, товарищи, уже это усвоили, мы идем дальше. А вот теперь присмотритесь к этому небытию. Как называется это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Так, народ затих. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Как называется? Называется это определенностью наличного бытия. Вот вы сейчас пишете, что делаете? У вас белая бумага, и вы или синим, или черным цветом совершаете там некое небытие. И вот теперь у вас этот текст, это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое, вообще-то белая все равно страница у вас, ну как бы белая, да? Но все-таки она... Или если бы, скажем, была доска черная, по ней бы белым писали. Это все равно, вот это черное было бы бытие, а вот белое было бы небытие. Чтобы что-то увидеть, надо, чтобы темнота была осветлена или свет был затемнен. И другого нет варианта. Пример. Идем в буфет, берем стакан чая с сахаром. Сахар – это чай? Или нет? Значит, сахар – это небытие чая? Так в чае? Но небытие, принятое в бытие, это так, что конкретное целое имеет форму чая. Это что? Какой чай? Сладкий, определенный чай. Сладкий, потому что сахар тут в этом чае – это определенность этого чая. Молодой человек, вот у вас есть очки. Это вы или это очки? Не вы, очки. Конечно, не вы. То есть вы можете снять, протереть, снова надеть. Видно, что это не вы. Или, по крайней мере, ну, так сказать, вы же не на уровне очков. Я считаю, вы выше, конечно, по интеллекту. Вот, поэтому как можно сказать это? То есть это ваше небытие, правильно? То есть это не вы. Ну вот. Надо понимать, там часы. Ну я слышу, часы – это не я. И галстук не я. Или кто считает, что галстук – это я, а это уже не я. То есть... А? Так это ваша определенность. Ваша рубашка, ваши очки. Никто на них не покушается, вы не расстраиваете. Никто не собирается их отнимать. А вы как-то забеспокоились. Но если, раз это не вы, значит, можно у вас это брать? Не надо, это ваша. Это ваше, но это ваше, но это ваше отрицание. А недостатки – это еще хуже, чем очки. Недостатки – тоже определенность человека, правда? Но я мои недостатки не могу, так сказать, отдельно взять, вынуть. Если бы их можно сделать операцию такую, пластическую делает, но чтобы недостатки вырезали. Вот я еще не видел, не слышал, что есть такие операции, вырезаем недостатки.
А было бы здорово. А некоторые так жили своими недостатками, что ни за что не пойдут на такую операцию. Так. Так что теперь нам делать? Ну, если бы вот продолжать эту идею с институтом, надо бы затребовать институт определенности наличного бытия. А? Как? Институт, написано, институт определенности наличного бытия такое. Большая вывеска. Ну, что там у нас написано? Философский факультет. Мелочь. А институт определенности наличного бытия. Красиво было бы. И начали мы изучать. Как изучать? Если я что-то изучаю, если я изучаю какой-то предмет, я его делаю своим предметом и изолирую от того, с чем он связан. Правильно? Если уж очки я буду ваши изучать, то я вас на время забуду. На время. То есть очки так очки. И я их внимательно буду изучать. Да, вы пока погуляйте, а я сейчас поизучаю. Как же я буду гулять, говорит, здесь мне без очков-то не гуляется. Ну, все равно посидите туда, дайте очки. Короче говоря, определенность, если мы ее берем для отдельного рассмотрения специального, как она называется, такая определенность, которая берется изолированно сама по себе. Не так, как надо, а временно так, как не надо. Берется, потому что ну, иначе не исследуешь, не изучишь. Такова логическая операция, которую приходится делать. Или вы высокий человек, или ваш рост большой. Если я ростом занимаюсь, то я как бы изолирую это вот, вашу определенность, и занимаюсь только этим. На время. У Гегеля даже есть такая сакраментальная фраза. Определенность еще не отделилась от наличного бытия. Правда, она никогда уже от него не будет отделяться. И вроде как вот мысль пошла в том направлении, что она скоро отделится, а потом ее вернули, эту мысль, назад. Это называется рефлексия, отражение. Как взгляд на зеркало пошел и вернулся назад. Или луч пошел в зеркало и вернулся. То есть определенность еще не отделилась от наличного бытия, хотя она и не будет уже от него никогда отделяться. Как называется определенность, взятая, изолированная сама по себе? Ни за что не догадайтесь. Но я вам скажу. Качество. Ну, вот вы скажете, у меня есть такое хорошее качество. Или я про вас скажу. Вот у вас есть такое хорошее качество, внимательно слушать и обдумывать то, что вы слушаете. Это вы будете или не вы? Качество. Ваше качество – это вы или не вы? А? Не понял. Ну, качество – это вы. Вы же не качество. Вы все целое. А качество – это только я взял только вашу определенность одну. Нельзя же свести человека всего лишь к какому-то одному качеству. Допустим, свести человека к его весу. Так, сейчас мы будем выяснять, какой студент лучше. У кого вес больше, тот лучше. Или у кого меньше. Кто меньше, так сказать, тот самый нежадный, наверное. Давайте будем взвешивать. Так? Можно по одному качеству вообще судить обо всем? Нет. Надо же брать качество-то в целом. Человека в целом, предмет в целом, а мы берем качество, изолируем поэтому качество. Поэтому, когда люди говорят, мы пользовались качественным анализом. Это хорошо, что вы пользовались качественным анализом. Еще бы было бы очень плохо, если бы вы никакие качества не учитывали. Но это, конечно, очень слабо. То есть взять только первую непосредственную определенность. Еще, и взять ее еще изолированно. Вот взяли мы это качество и загрустили. Почему? Загрустили мы потому, что вообще-то качество, как только мы его взяли, эту определенность, выяснилось, что она есть, раз мы взяли для рассмотрения. Есть качество? Ну, скажем, ваш рост. Рост же есть? Есть. А раз он есть, то он уже не качество, а что? Бытие. Он есть уже, есть. Бытие он. Бытие. Какое бытие? Ну, не чистое же. Наличное бытие. Больше тут ничего не придумаешь. Наличное бытие. А в наличном бытии, между прочим, есть и становление. Оно же результат снятия становления, а в становлении есть и ничто. А у вас только качество, не порядок. Значит, надо взять качество и как бытие в противоположность небытию, и как небытие, или как ничто в противоположность бытию. Согласны? Тогда будет нормально. А так ненормально. То есть вот само наличное бытие является масштабом для понимания односторонности качества, взятого просто как односторонне положительное. Надо взять и качество, противоположность ничто, и качество, противоположность бытию. Так вот,
качество, взятое как бытие в противоположность ничто, называется реальностью. Реальность, слышали? Такова реальность, товарищ министр экономического развития сказал в связи с кризисом. Хоть я, говорит, министр, и деньги большие получаю, а у нас экономика наша сейчас разрушается благодаря нашей деятельности. Такова реальность. Дескать, вы, сказать, все, такова реальность, а платите мне деньги само собой, а разрушаться будет само собой. А я буду министром само собой. Реальность. Некоторые говорят красивее. Не слышали? Таковы реалии. Такого нет в диалектике, я вам ответственно заявляю. Такой категории вообще нет, это выдумка. А идеалий нету. Почему у вас только реалии без идеалий? Вот реальность есть? Реальность. А если вы возьмете теперь то же качество, как отрицательное, это называется очень просто. Отрицание. Реальность и отрицание. Вот теперь уже не просто качество, а реальность противоположность отрицанию, и отрицанию противоположность реальности. То есть любое качество можно так представить. Например, ум. Вот если человек умный, это реальность. Это реальность, да? А как представить это как отрицание? Мы уже говорили в прошлый раз. Не глупый. Или не дурак. Не глупый. Вот. Не глупый. Или там красивый. Можно сказать, не безобразный. Как вы хотите про вас сказали, что вы красивые или не безобразные? Потому что второй вариант что-то не очень, правда? Лучше первый. Но придумывает. Человек скажет, он не украл, не взял ничего, не глупый, не дурной, не бандит, не сволочь. Что-то все хвалит, 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 и как-то грустно становится. Ничего хорошего не сказали, все отрицать такое. Нет. Потому что и это вот можно использовать в написании, если вы хотите представить кого-то в негативном свете. Ну, сказать, да, вот он сегодня выглядел вроде прилично. Сегодня. Вчера неизвестно, завтра тоже неизвестно. Вроде бы прилично, а может еще и неприлично. Выглядел прилично, а на самом деле и так далее. Так, что у нас получилось? Получилось, что нам уже трудно стало думать. Почему трудно думать? Вот трудно вам сейчас стало думать или нет? Мне тоже стало трудно. Потому что уже три категории. Это ужас вообще. И вообще думать легко про одну какую-то мысль обдумывать. А тут три. Смотрите, реальность, отрицание и наличное бытие. Надо что-то делать. Нельзя ли что-то сделать, чтобы опять было что-нибудь одно? Давайте. Сначала разберемся с этим реальностью отрицания. Это не одно ли? Может, это одно только в виде двух? Ну вот что такое реальность? Реальность – это наличный. Она есть? Реальность есть? Никто не сомневается. Раз она есть, значит она бытие. Какое? Вот. Наличное. А в наличном есть ничто. Значит, в реальности есть отрицание. Все, доказали. В реальности есть отрицание. Берем отрицание. Оно тоже есть. Так только мы его берем, оно уже бытие. Наличное. Значит, оно реальность. Значит, в реальности есть отрицание, в отрицании есть реальность, одно в другом есть, значит, это одно. Так, это различие снято. Теперь вы слышали, что реальность – наличное бытие? Мы по ходу дела уже выяснили. И отрицание – наличное бытие. Значит, никакого различия между реальностью, отрицанием и наличным бытием нет. Сняты все различия. Что мы хотели? Нету отдельной реальности, нет отдельно отрицания, нет отдельно наличного бытия. А что есть? А есть наличное бытие с определенностью, которая теперь от него не отделена. А как выразить то, что она не отделена? Это определенное наличное бытие. Мы пришли к тому, что есть определенное наличное. Вот мы добились того, что есть одна категория. Нам уже легче стало. Кому полегчало? Всем полегчало или как? Хуже стало. Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Это очень много слов. Согласитесь, что три слова – это вот для усвоения. Это. Потом, для результата, если подавать отчет, то, конечно, три слова лучше, чем одно. А вот для того, чтобы дальше рассматривать, лучше бы одно какое-то было. Согласитесь со мной. Правда? Давайте будем сокращать. Вот
определенное наличное бытие. Нет ли такого выражения, которое бы сразу было бы отвечало на два вопроса? И что, и какое? Не знаете, не приходит в голову? Ну, а некоторым приходит. Мне тоже не приходило, а Гегелю пришло. Налично сущее. Потому что наличное сущее, что означает? Можно спросить, это какое? Налично сущее. А можно спросить, это какое? Это что? Налично сущее. Правильно? То есть, раз оно отвечает на вопрос «и что?» и «какое?», в нем соединено наличное бытие с определенностью. Вот у нас первая победа на фронте упрощения и сокращения. Но это мало. Все равно непонятно. Если брать за начало два слова, это очень тяжело. Представляете, один возьмет одно слово за начало, другой за другое. Давайте как-нибудь добьемся, чтобы одно слово было. Есть у вас мысль? Как? Нечто. Вот, есть, уже знает все. Ничем их не удивишь. Нечто. Нечто, вот оно, одно слово. Для выражения определенного наличного бытия, правильно? Ведь как выглядит определенность, как небытие, принятое в бытие? Вы видите, тут «не», оно в этом слове содержится, прямо вот содержится. Причем не просто в слове содержится где-нибудь там в глубине, оно нахально стоит впереди. Стоит впереди, а нечто считается положительным утверждением. Говорят, ну эта картина – это нечто. Не стоит и хвалят, и говорят, это нечто. Раньше говорили, как живешь? Ничего. То есть даже ничто уже у нас используется как положительное. А тут нечто, это нечто вообще красиво. То есть нечто можно брать для дальнейшего рассмотрения. Будем брать? Да. Вот нечто. То есть мы уже какой путь проделали-то? С ума сойдешь. От чистого бытия дошли до нечто. И теперь начинаем разглядывать нечто. Ну, как мы его разглядываем? Очень просто всегда делается. Мы, наверное, уже заметили. Метод очень простой. Нечто есть. Правильно? А раз оно есть, то оно наличное бытие. А в наличном бытии есть что? Не, в нем ничто есть, что вы там, какая? Ничто есть. Поэтому надо взять нечто не только как вот положительное нечто, а взять еще и как другое нечто, правда? Как другое было бы его антиподом. Ну, давайте возьмем так и назовем. Значит, есть, следовательно, два нечто. Нечто и другое, или иное. Нечто иное. Картина получается не диалектическая, потому что это... Второе никак не связано вроде с первым. Мы знаем, что оно есть, но они так как-то вот... Безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. Если нечто взять за нечто, то иное или другое. А если другое взять за нечто, то и это другое, которое нечто. Правильно? Поэтому безразлично, что брать за нечто, что взять за другое, это нехорошо. Что делать нам? Но мы нечто уже и так крутили, значит, нечто рассматривали само по себе, нечто рассматривали по отношению к другому, другое или иное по отношению к нечто. Единственное, что мы не делали, единственная операция умственная, которую мы не делали, не рассматривали иное само по себе. Вот сейчас будет, сейчас глубинная диалектическая будет операция. Будем рассматривать иное само по себе. Кто скажет, что такое иное, взятое само по себе? Ни за что не догадайтесь. Иное, взятое само по себе, что это? Сказать? Не знаете? О. Иное, взятое само по себе. Не по отношению к нечто, а само по себе взятое. Ну, нечто вы брали само по себе, а чем хуже это иное? Дайте, возьмите теперь иное само по себе. Не нечто. А? Не нечто. А нечто пока это что? Не нечто? Какое же это не само по себе? Вы опять притягиваете нечто. Нет, вы... Вы должны взять иное не по отношению к нечто, а по отношению к чему? К самому себе. А иное по отношению к самому себе – это что? Иное самого себя. Согласны? Иное, взятое по отношению к самому себе. Вот вы на своем примере проследите, что иное, взятое по отношению. Вы взятые по отношению к самому себе – это вы иное самого себя. Не меня, а вы самого себя иное. А иное самого себя – это что? Вот это тут точно не догадаетесь. А я не скажу сразу. Иное, иного – это что?
Ну, минус, плюс, не тащите ничего из арифметики. Не надо тащить мусор сюда. У нас вот есть иное и иного. Что вы хотите замутить эту всю чистую такую воду нашу мыслительную? Иное и новое, это что? Скажите, пожалуйста. Раскрываю страшную тайну. Иное и новое есть иное. Вот запишите, пожалуйста, это выражение. Запишите. Иное и новое есть иное. Вот она, диалектика-то. Чувствуете, как пошла? Иное и новое есть иное. Брат. Сейчас мы отсюда будем выводы делать противоположные. Может, еще кто-нибудь без меня делает противоположные выводы из этого утверждения? Какие выводы следуют из утверждения, что иное и новое есть иное? А вон товарищ уже за Гегеля схватился. Или за плохой учебник какой-то. А вот за Гегеля уже взялся. Раньше вот как писали, Белинского и Гегеля с базара понесет. А теперь Гегеля несут с базара уже. Здорово. Так, вы слушайте меня внимательно. Иное и иного есть иное. Ну, было иное, получилось иное. Посмотрите на начало, на конец. Разница с собой, правильно? Иное, иное, есть иное. Было иное, осталось иное. Кто не видит-то? Кто? Вы что, не видите, что иное, иное, есть иное? Не видите? Я обращаю ваше внимание, что иное, иное, есть иное. Вы не видите, что иное, иное, это иное? Видите? Так, закончили. Следующее положение. Иное, иное, есть иное. Что, не видите, что иное оно? Что, непонятно, что оно иное? Написано же, иное. А вы в упор не видите, что иное. Что за студенты попались, в конце концов? Чему вас тут учат? Иное, иное, есть иное. Вот пошла диалектика-то. Но это не шутки, это на самом деле так оно и есть. Вот это смысл логический. И что получилось? А получилось, что в этом выражении содержится равенство иного с собой. Содержится, что иное иного есть иное. Что тут думать-то? И было иное, осталось иное. И думать не надо, правильно? А что, вы не видите, что иное иного есть иное же? То есть не равенство с собой. В этом же утверждении содержится неравенство иного с собой. Но чтобы вас запутать, еще одну операцию сделаем умственную. Вы помните, говорили, безразлично, что брать за нечто, иное, иное, нечто все равно. Правда? Они безразличны, безразличные были. Давайте это к нечто отнесем. То есть нечто надо брать и как равенство с собой. И нечто надо брать как неравенство с собой. Вот вы все смеетесь. А что вы смеетесь? Вот если вы сейчас слушаете лекцию, вы равны самому себе или нет? Вот вы равны самому себе? Нет, уходите отсюда. Потому что я вот тут знаю студента такого-то, у меня есть документы, а вы без документов, вы не тот студент, вы не равны самому себе. Марш отсюда, все. Так равны вы самому себе или нет? Не, интересно, вот когда человек учится, Иванов учится, а что, Петровым становится? Вы что, подумайте, что вы говорите-то? Ну, Иванов растет, изменяется, вот, был в становлении, вот он же говорил, что он в становлении. Дошло дело до разбирательства, он говорит, не, я не я, хата не моя, я вообще не я. Что вы говорите-то? Так вы признаете, что вы это вы? Вы признаете, что вы это вы? Вот товарищ дает. Не понял. Не надо никаких «но». Так, товарищи, скажите ему, он это он или не он? Он сам не в состоянии осознать это. Он, вот все признали. Вот здесь на первом ряду есть вполне разумные люди. Они мне сказали, что это вы. Все, он. Вы равны самому себе. Это первое положение. Второе положение. Я вам уже лекцию читаю. Битый час, а вы все равны самому себе. Вы что-то усваиваете или нет? Ну, значит, вы не равны самому себе. Ну, слава Богу. А значит, вы еще и не равны. А вас это удивляет? Вас удивляет, что противоречие выражается двумя противоположными утверждениями. Удивляет? Что вы равны самому себе, и вы не равны. А как вы собираетесь выразить то, что вы растете? Растете, умственно растете.
Вот, как диалектик растете. Как вы это еще вырастите? Если вы равны самому себе, это все это значит не в коня корм эти все лекции. Ну, если вот я человеку говорю, он сидит полтора часа и говорит, как был, я остался равным самому. То есть или я совсем дурак, вообще не могу лекции читать, или даже говорить даже не могу. Про студентов такое. То есть, если остается человек равным самому себе, это значит, он вообще не развивается, не изменяется. А вот если он и равен самому себе, то есть тот же человек, вот когда вы развиваетесь, вы от себя к себе идете или ко мне? Но вы там Ивановы, идете к Ивановой. Если вы Петров, так к Петрову, правильно? Ну, от Петрова менее развито, к Петрову более развито, я правильно понимаю? Движение у вас есть какое-то? В процессе обучения. Вот самое быстрое движение умственное у студентов, правда? Ну, самое быстрое движение. Посмотрите, как вы вот там за 4 курса, и вы уже вот все, до свидания, говорят, выходите. Все, вы уже знаете, идите работайте. Ну, вначале вы были одним студентом, а в конце-то вы другой же студент. Ну, фамилия же у вас та же. Документы вас не потребовали менять? Пока нет. Ну, потом документ выдадут другой же, что вы не просто студент, а выпускник. Да? Будет. Значит, мы обнаружили. Сейчас я скажу, что мы обнаружили. Что нечто есть единство двух моментов. Вот они, противоположные «е», но неотделимые друг от друга. Противоположные и неотделимые друг от друга. Это не части. Вот нельзя вас разведать и сказать, это вот он, а это уже не он. Вот это выкинуть. А что выкинуть? Старое или новое? Вы же решаете. То есть не так обстоит дело, а обстоит дело так, что всякий предмет, всякий человек, всякое нечто есть нечто как единство двух моментов. Равенство с собой и неравенство с собой. И вот нечто, которое берется как единство равенства с собой и неравенство с собой, как называется, как вы думаете? Тоже не догадаетесь. Вот товарищ догадается, у него наукология есть. А? Как называется нечто, взятое как единство равенства с собой и неравенство с собой? Ну, вы равны самому себе и не равны самому себе. Как вас назвать? Не знаете, а я знаю. Сказать? Говорю. Изменяющееся нечто. А вы как понимали изменение? А как еще можно понимать изменение? Это же изменение какого-то нечто, значит, если это этого нечто изменение, значит, оно должно быть равно самому себе. А если оно только равно, то оно никакое не изменение. Правильно? Оно просто вот умерший какой-то, остановившееся нечто, без всякого изменения. Поэтому изменяющееся нечто, это и есть такое нечто, которое есть единство равенства с собой и неравенство с собой. И это равенство с собой и неравенство с собой нечто, это моменты нечто. И нам, мы их уже нашли, и нам остается их только назвать. Название будет объявлено после перерыва. 10 минут перерыва.